Всем привет-привет, добро пожаловать на мой канал, у нас с вами очередной мукбанг, я немножко тут выпала, так сказать, из поля зрения, ужас, волосы пушатся, кто собирается кушать, всем приятного аппетита, давайте трапезничать вместе, у меня сегодня хинкали, я вам уже свои домашние хинкали показывала, есть немножко овощей, помидорка, огурчики, все посыпано зеленушкой с маминого огорода. Сама выращивала. Я, блин, их чуть-чуть разварила. Я поставила и забыла, в общем, что я поставила их варить. В общем, ума нет. Делала сама. Из той же партии. Вот. Что и в прошлый раз. Немножко осталось. Думаю, надо доедать. У меня есть вот такой вот соус. Здесь майонез. Здесь немножко кетчупа. Здесь чуть-чуть аджики и зелень. Опять-таки, везде зелень. Я сейчас стараюсь везде добавлять зелень. Зелень очень полезная, поэтому такие дела. У меня на балконе свой огород. Там у меня... Давайте пробовать. Вот так выглядят мои манты. Ну, для первого раза пойдет. Не знаю. Мяско. Я сама все делала. Правда, они у меня не очень сочные получились, но... Потрясающе вкусно. У меня на огороде... У меня мясо выпадает, как всегда. Тоже. Зеленушка. Я посадила. Вкусно. Я посадила укроп. У меня уже зашел. Я посадила петрушку. Я посадила рукколу, базилик. Что еще? Лук-порей какой-то, типа. Он не декоративный, а, в общем, знаете, какой-то бутербродный. В общем, зелень на подоконнике. Я посадила цветы. Я посадила перец острый. И я посадила помидорки. Вот такие маленькие. Которые тоже можно выращивать на подоконнике. У меня вот тут вот мясо. Соус потрясающий. А, в соусе еще чеснок. Я в несколько дней видео не снимала и уже, знаете, разучилась. Опять руки. Проблема, в общем. У меня закончился антисептик. У меня был антисептик из Fix Price. Знаете, в такой бутылечке. Я помазала, и у меня вот такая вот фигня с руками. А еще у нас нету дома сейчас горячей воды. Уже 2 дня. У меня на голове кошмар, потому что приходится греть кастрюльки, ковшечки, тазички. И у нас сломался водонагреватель. Вы знаете, как закон подлости бывает, и поэтому вот такие дела. Вкусно. Прям хочется побольше, конечно, кушать овощей. Ну, вот этот возьму, ладно. А вот этот сюда поставлю. Ну, хотя тут не видно. Красотулечки мои. Я не знаю, руками их едят или нет. Я ем руками. В прошлый раз я тоже ела руками. Следующую партию постараюсь сделать посочнее, если получится. Прям вкусно. Я недавно их вроде бы ела. А все равно хочется. Как я люблю зелень.
У меня здесь петрушка. У меня здесь немножко укропа. И у меня здесь лук зеленый, еще черемша. Сытно. У меня вот эти два. Они самые развалившиеся. Из них, в общем, весь сок вытек, поэтому пусть лежат. Куда? Помидорки просто трава. Я уже жду, не дождусь, когда уже будут нормальные помидорки. В общем, что я хотела еще сказать по поводу отпуска, хотела сказать. Сегодня прочитали, в общем, буквально недавно, что Крым снимает все ограничения с 15 июня. Типа, ну, можно будет приезжать и не сидеть на изоляции. Опять мясо вывалилось. Мы такие загорелись этой идеей. Нам бы как раз там хватило мужа дней до конца отпуска, чтобы съездить. Все-таки поедем на машине. А потом считались. Как мы понимаем, в общем-то, сезон для туристов будет с 1 июля все-таки. А сейчас там могут отдыхать только, ну, типа, кто в Крыму живет, на полуострове, да, только они. В общем, не знаем, что делать. Вроде бы и хотелось бы, но как-то непонятно. Может быть, что-то прояснится еще? Пока ничего не понятно. Поэтому ждем. Хотелось бы 3 дня проехать и уехать обратно. Или того лучше в какой-нибудь обсерватор попасть. Так, подождите. Салфеточки возьму. Мало. Да. Вот. Что вы по этому поводу думаете? Просто, конечно, обидно, что я-то, может быть, еще смогу в августе там с Евой съездить, когда, ну, или в июле, когда все наладится. А муж у меня говорит, ну, как так, вот отпуска не съездить, да, целый год работаешь, ждешь. Отпуск, конечно же, уже перенести никуда нельзя, это ясно, понятно. У них там все расписано заранее, поэтому... Не знаю, в общем, короче. Меня кто-то спрашивал? Сейчас. У меня есть вопросы, я пока коплю. Я обязательно на них отвечу. Ксения, котик, собираетесь ли на море в этом году? Ну вот, собственно, был вам сейчас ответ. Как бы вроде когда собираемся... Я еще раз повторю, что я еще не оставляю надежды, что мы с Евой поедем попозже немножко. Но пишут, что все подорожает на 30%. Как-то вкусно. И плюс будет, мне кажется, будет большой поток туристов. И хочется, и колется. Как это вкусно, друзья мои. Если у кого-то есть еще какие-то вопросики, пишите. Я с удовольствием отвечу. Короче, это... Эти антисептики. И именно. Мне кажется, средство именно из фикс-прайс. Тогда у меня после мыла было из фикс-прайс. А сейчас, мне кажется, это после вот этого именно антисептика, который... Такой прозрачной баночки. У них там два вида было.
Он очень сильно пах спиртом. Прям нереально. Как вкусно. Ну, я объелась. Ладно. Съем развалившийся. Ничего страшного, тут у меня соус есть. Простите, научите меня, пожалуйста, делать так, чтобы получились хинкали сочными. Что нужно в фарш? Я делала просто по рецепту из интернета, знаете. И мне показалось, что там как-то маловато лука. Я бы лука добавила больше. Но я не стала добавлять больше лука. Думаю, ладно. Буду делать все как по инструкции, так первый раз. Вот. Водичку добавляла. Ну, в общем, все как там. Видите, у меня развалился. Но это не делает его невкусным. Хочу попробовать сделать еще раз кутабы. Мне очень понравилось. На самом деле это прикольно, вкусно. Вкусно. Это попка-жопка небольшая осталась. Я прям сегодня как это, как с голодного края. Я не ела весь день просто. Копила место. Немножко. А, нет, я крошку ела. Ну, это давно было. Днем. Сейчас уже вечерочек. Хотела для вас окрошку снять. Ну, думаю, сниму завтра. Потому что я сегодня уже ела ее. Больше как-то уже совсем не хочется. Какой-то мукбанк у меня сегодня прям жральня одна. Никаких толком разговоров, ничего. Абсолютно ничего. Ой, какие звуки издаю. Я так хочу уже вкусные помидорки домашние. Я знаю, что так свиньи только делают. Это безумно вкусный соус. Я его так мало делаю. Вот что значит, когда я голодная. Пишите вопросики. Я прям сегодня как это, да? Схомячила. Больше не хочу, правда, не буду себя насиловать, так сказать, потому что сейчас уже вечер. Вечерело, так сказать. 10 часов вечера подходит. Пойду греть кастрюльки и мыться. Душ принимать, так сказать. И, в общем, сказали, воду дадут только через 2 дня, 8 часов вечера. Несколько домов отключено. А, по-моему, 6 домов. Наш дом, как всегда. В первых рядах по отключению. Как что случается, так у нас наш дом постоянно то горячей воды нет, то холодной, то горячей и холодной. Ой, кошмарики. В общем, на этом я буду заканчивать свое видео. Пишите, какие мукбанги вы бы хотели видеть. Я все хочу суши, роллы, ну не знаю. У нас что-то как-то жарко, и пока я не хочу ролла. Кто так же делает, как я, пальчиком? А в детстве я облизывала тарелки. Ну, сейчас я тоже иногда так делаю. Это бывает очень-очень редко. В общем, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходят новые видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео, новые мукбанги. Пишите вопросики, буду отвечать. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока!